В испанской Валенсии отпраздновали знаменитый Лас Фальяс фестиваль. Фальяс – фестиваль огня, причудливые фигуры из дерева, картоны, папье-маше, которые несколько дней украшали городскую площадь, сжигаются в финальный день торжества. Все это сопровождается взрывами петард и красочными фейерверками. В этом году огню придали сотни фигур, самая большая из которых была размером с пятиэтажное здание. За красочной церемонией наблюдали тысячи жителей города и туристов. Многие специально приезжают в Валенсию в эти дни.